На сегодня это все новости. Далее вас ждет прогноз погоды в нашей рубрике «Погода от народа». Ну, а я с вами прощаюсь. Если у вас есть интересные темы, звоните нам, наш телефон 234-13, оставляйте свои сообщения в нашей группе ВКонтакте. Я с вами прощаюсь. Всего доброго и до свидания. Завтра, 6 октября, в Кунгуре ожидается переменная погода, без осадков. Температура воздуха ночью плюс 1, днем ожидается до плюс 10 градусов тепла, ветер теплый, южный 5 метров в секунду, атмосферное давление 751 миллиметр ртутного столба. Интересный факт, завтра день будет на 4 минуты короче, чем сегодня.